Всем привет! Сегодня вот на ту неделю ставил капканы 5 штук. Опа. Надо проверить сегодня. Не знаю, конечно, какой результат будет. Но будем надеяться на лучшее. Так. Ну и короче, что будет интересно, если буду показывать. Потом, если что, сегодня успею, пойду еще в другом месте капканы поставлю, наверное. Так, ну вот, друзья, подошел к капкану, вот она, воровка попалась. Ну, как воровка, куничка. Куничка, друзья. Значит, это куницу у меня таскали. Кто это у нас, не знаю, кот или кошка. Это котик. Котик. Первый раз, короче. В том году ставил, здесь ни разу не попадалось. А вот попалось. Что у нас тут? Ну, печень и лапы куда-то исчезли. Что, она успела съесть, что ли? Может, другая уж приходила, не знаю. Так, ну ладно, короче, результат есть. Сейчас посмотрим, что в других капканах. Так, схожу к следующему капкану. Ко второму. Опа, друзья, отсюда вижу еще одна куничка. Это что-то не то. В том году ни одной. А в этом году вторая уже. С первой постановки. С первой постановки. О, с первой проверки. А это кто у нас? Что-то небольшой. Что, самочка? Да нет, вроде кот. Вроде котик. Но он это. Молодой. Так вот. Значит, это не птица у меня. Прикормку вытаскивали. А кунички. Вот она здесь. Накакала. Так, третий капкан. В этом пусто. Чуть не упал. Кстати, в этом капкане, в ящике, то есть, тоже ничего не было. Ну, я имею в виду прикормки. Прикормки не было. Так, все лежит на месте. Так, ну ладно. Пусть лежит. Ничего трогать не буду. Еще осталось два у меня. Проверить. Так, два вроде, да, два. 5 штук было. Стоит. Так. Подхожу к капкану. Ну, вроде отсюда видно, что вроде ничего нету. Ну да, что-то я не понял. Капкан сработанный. А, вон кто там лазил. Вот кто тут приходил в гости. Вот она мне тут и вытаскивала, наверное, все. Сойка. Сойка. Так, ладно. Немного она тут вычила, конечно. Но ничего страшного. Подкладывать тоже ничего не буду. Так и оставлю. Сейчас заряжаю, еще у меня последний остался. Так, последний капканчик. Но у меня ничего нету.
Ну, я и не рассчитывал на это какое, что в нем что-то будет. Потому что я его переставлял, этот ящик. Где он до этого стоял, там следов даже не было никогда. А вот тут были переходы зимой. Постоянно к уни сходила. Так. Ну, все стоит как стояло. Сейчас только посмотрю. Приманка на месте, нет? Так, все, приманка на месте. Приманочка на месте. Так, сейчас я, короче, до машины. Иду еще в другом месте ставить. У меня там 7 ящиков стоит. Надо их все зарядить. Там прикормил медом. Ну, сот и мед. Наверное, буду тоже приманку опять ложить мед. Сейчас посмотрю там. Что там вообще с приманкой? Неделю назад я там кормил. Или 2 недели, я уже не помню того. Так что вот так вот. Но все равно я считаю, результат неплохой у меня. С 5 капканов 2 куницы. Так вот. Так, ну ладно. Всем пока.